Всем приветики. Купил себе стекло для моего телефона, потому что то, которое покупал недавно, я уже успел разбить. Ну, как разбить, там оно упало, трещины появились. Пришло вот в такой вот коробочке. Вот, внутри такая вот лежит такой набор. Это наклейки. Видимо, для фиксации. Вот эти две для фиксации экрана, видимо. А вот эти для убирания грязи, видимо, наверное. Вон, видно, к экрану прицепляешь и, типа, убираешь грязь, я так понимаю. Вот это, видимо, фиксируешь на телефоне, чтобы приклеить правильно. Это тряпочки. Одна сухая, другая влажная. Вот, одна из них сухая, другая влажная. Для того, чтобы сначала влажно присесть, потом сухой почистить. Затем визитка. Best quality, лучшее качество. Welcome, best service, лучший сервис. Даже на русском пишут, значит, у них много русских. Это из Китая, кстати, много русских покупателей, видимо, разнорусском. Уважаемый клиент, я очень рад, что вы получили заказ от вас, от нас, наверное. Мы ожидаем получить 5 звезд от вас. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы решить проблему, прежде чем подтвердить, отдать заказ. Спасибо. Инструкции. То есть, да, даже на Ютубе что-то есть такое интересное. Надо будет глянуть потом, что это. Вот. Потом, что у нас идет? Масло, которое не советую лить, можно испортить экран. Потом кисточка какая-то. Не кисточка, а что это такое? В общем, скотчем приклеено к маслу. Зачем-то такая вот кисточка. Может, наверное, раз она приклеена к маслу, то, скорее всего, наливаешь масло на экран. Так, она улетела куда-то. Скорее всего, я так понимаю, наливаешь масло на экран, а кисточкой, наверное, размазываешь по экрану или что. Или капаешь и подгоняешь. Но раз сюда приклеено, значит, как-то с этим связано, да? Наверное, да. Но я этим пользоваться не буду, потому что мне масла не надо. И можно. Я видел, у людей краны портились. Потом он положил в подарок скрепку. Этой скрепкой достается слот из сим-карт. Это он в подарок положил, за что ему спасибо. На тот случай, если мало ли вдруг я свою потерял. Кстати, она помощнее, чем моя. У меня она какая-то более хлипкая, что ли. Но более длинная. Здесь она покороче. Но такая массивная, как бы. Ну и, собственно, само стекло. Само стекло я заказывал матовое. Именно матовое, потому что у меня сейчас не матовое. Вот так вот оно выглядит. Заказывал именно матовое, потому что на моем сейчас на глянцевом стекле отражаются все блики. Вот ты смотришь, вот, допустим, это твой экран, и тебе в лицо бьет, как бы, например, солнце там, или мало ли еще чего еще, или лампа. Вот, например, ты смотришь так вот, и тебе вот лампа так вот бьет в лицо. И прямо аж видно, отражается лампа. А тут, кстати, не понял, а почему там в стекле вон видно какая-то штука? То есть я его еще не отклеивал, а там уже грязь есть. Но вот что это? Вот видно какая-то черная точка. То есть там уже грязь есть, ее надо будет оттуда убрать. Раз он там есть, и я туда выковырять, то в этом месте будет пузырек. Ну, блин, китайский. Продавец даже не может качественно отправить пленку качественно. Но суть в том, что она матовая, и получается, не должно сильно много бликов быть. То есть они будут, но не такие прям. Ну, вот, он. Так бы сейчас бы вы видели лампу, а так вы видите просто блик. Ну, то есть блики будут, от них никуда не деться, но не такие ярко выражены. Ну, они будут более слабые. То есть, вот как оно выглядит, так вот. Ну, то, что под экраном, вот. То есть, то, что экран будет хорошо видно, вот сейчас мои пальцы хорошо видны. А если удалять их, то они уже плохо видны, потому что стекло матовое. И вроде бы все круто, все так положил, все хорошо, и стекло такое матовое, и все такое красивенько. Но вот эта черная точка. Вот эта черная точка, испортил мне впечатление.
все хорошо, вот все хорошо, прям все идеально, но эта точка, это прям меня расстраивает. Вот, ну а клеить я буду, ну уже сейчас не буду клеить, потому что на этот телефон я снимаю, для которого я купил эту пленочку. Но думаю, нормально будет. Единственное, что из-за этой точки может образоваться пузырек. Хотя, может быть, оно и нормально приклеится. Не знаю, надо будет смотреть. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.